Игорь из Красноярска спрашивает. Уже 15 лет мой отец считается без вести пропавшим. В Крыму у него остался дом и участок земли. Документы на дом хранились у него, сейчас их найти не можем. Я у него единственный ребенок. Могу ли я рассчитывать на то, что дом достанется мне в наследство? Да, вы можете оформить соответствующие права на имущество, которое осталось после вашего отца. Но для начала вам необходимо обратиться в суд по последнему месту жительства отца с заявлением о признании его умершим. После вступления решения суда в законную силу о признании его умершим, вы имеете право после этого получить свидетельство о смерти на основании данного судебного решения и обратиться уже к нотариусу, также опять же по последнему известному месту регистрации вашего отца, обратиться к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство. При этом основанием для признания вашего отца умершим является отсутствие сведений по последнему месту жительства или месту пребывания на протяжении 5 и более лет. Светлана из Красноярска спрашивает. Я прожила с молодым человеком в гражданском браке 6 лет. Все это время я помогала выплачивать оформленную им ранее ипотеку. Имею ли я право потребовать сейчас возврата денег? В той ситуации, когда люди совместно фактически проживали, фактически состояли в браке, при этом отношения были не зарегистрированы, тем не менее у бывших супругов фактически остается право на то, чтобы требовать часть совместно нажитого имущества. В данной ситуации мы говорим о том, что наша телезрительница фактически оплачивала за своего бывшего супруга обязанность по ипотеке, да, по кредитному такому договору. В этой ситуации, безусловно, она имеет право на то, чтобы попросить с него суммы, которые он изберег за ее счет. То есть она оплачивала, ему в это время платить не было необходимости. На эти суммы она имеет право претендовать, она имеет право обратиться к нему. В случае, если он будет отказывать, также может пойти обратиться в судебном порядке за взыскание этих сумм. Единственное, здесь, безусловно, будет сложность, это доказать, что именно она оплачивала, либо что это было за ее счет. Но это уже вопрос доказательства в суде. Алексей из Ачинска спрашивает, какие органы следует уведомить о двойном гражданстве и что будет, если этого не сделать? В соответствии со статьей 6 закона о гражданстве вы обязаны в течение 60 дней с момента получения гражданства иностранного государства известить об этом УФМС по месту своего жительства или по месту пребывания. Если вы это не сделаете, если в течение 60 дней вы не известите органы УФМС о получении второго гражданства, то предусмотрена даже уголовная ответственность за умышленное сокрытие сведений о получении второго гражданства. Уголовная ответственность предусматривает в этом случае назначение штрафа до 200 тысяч. Это, безусловно, должно носить именно умышленный характер, то есть уголовная ответственность наступает, если вы осознанно, целенаправленно скрывали данную информацию. Если вы по каким-либо причинам просто забыли, что вам необходимо это сделать, и это носило неумышленный характер, то, естественно, здесь никакой уголовной ответственности наступать не может. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России. We'll be right back.